Иди, Мася. Марсунчик, иди. Иди. Ну, вот у тебя новенькая появилась. Что? Смотри. Я тебя глажу. Тебе нравится, да? За ушкой, вот. Во. Это уже третий раз. А я решил снять. Он урчит, урчит. Урчит, Марсенчик. Ну что, тебе понравилось, Марсенчик? Все? Иди в корзинку. Иди в корзинку. Иди туда, в корзинку. Давай, Марсик. Иди в корзинку. Ну что? Ну иди, ищи. Мало тебе погладил. Иди. Заходи. Заходи. Заходи сюда, дорогой. Ну иди, Марсик. Ну прыгай. Ну что, я ж так не достану. Да, тогда. Ты же сейчас только так показал, аж хрюкнул. Я ж схватил камеру, думаю, ну сейчас засниму. Что-то новенькое у тебя появилось. Вот, я тебя глажу, глажу. Тебе это нравится. Ты ж покажи, как ты на месте крутишься. Знаешь, как этот пируэт называется? У балерунов. Знаешь, они вот так на месте крутят. Тулуп, о! Двойной тулуп, тройной, вспомнил. Тулуп! Короче, шуба. Марсенчик, ну что, прибалдел? Ну что, ну вот тебе. Вот, погладил тебе ушки. Ты приложил. Вон, шрамики на ушках. Это Жорик тебе тут кусал? Да, Марсюха? А, ой. Ну что ты? Марсенчик. Ну, пойдем в корзиночку, иди в корзиночку. О, вот так он прыгает прям. Иди сюда, Марсик. Иди, иди, иди. Иди, дорогой, иди. Иди, быстрее. Ну, давай. Давай. Запрыгивай. Ты, не же, ты ж Марсюнчик. Да запрыгивай же не так. Ты просто должен... Ты меня не понял. Марсик. Не запрыгивать, а... Ну, стоять передними лапками сюда, ты прям целиком залез. Нет, так неудобно. Нет, ты ж так не спрыгнешь. Марсик, я ж хотел показать твои новые способности. Не так. Спускайся. Спускайся, Марсик. Ну, давай. Ладно, может, ты отсюда стартанешь. Сейчас я тебя почухаю. Почухаю тебя. Вот как ты. Рюкаешь. Дракончик. Марсик, дракончик. Марсик, иди в корзиночку. Быстрее в корзиночку, Марсик. Быстрее в корзинку, иди. В корзинку. Вон, туда, быстрее. Корзинки нет, вон, сменили на шкуру. Иди в корзиночку. Быстро, кому сказал? Марсик. Корзинку. Корзинку иди, Марсик. Не поймет. Корзинки-то не стал. Ну вот, иди сюда. Ну, вот это будет корзинка у нас теперь. Вот это корзинка. Все надо переучивать, видите? Сменили ему. Ну, собственно, в чем дело? Вот я же хотел снять, но не получилось. Но уже не буду удалять это видео. В общем, он подошел ко мне. Я вот так лежал. Вот здесь я лежу, он подошел сюда, встал на это место двумя лапками. Я его почухал и иди в корзинку. И он как крутанется так на месте. И сделал двойной тулуп. Ну, я ж думаю, сейчас сниму новенькое что-то. Побежал за камерой, принес. Пробую, а уже не получается. И что теперь делать? Хотел... Заснять новый сюжетик не получилось у меня. А таких сюжетов миллион. Где он просто хрюкает там что-то. Вообще-то они с Миркой интереснее играют. Марсик, Марсик, пойди Миру позови. Марсенчик, иди сюда. Марсик. Увлекся. Марсик, иди. Иди колбаску дам. Марсенчик. Thank you.
тебя своя колбаска. Марсюнчик, ну иди. Иди колбаску там. Иди ко мне быстрее, Марс. Вот им нравится эта колбаска. И Мирке нравится тоже. И Марсюнчику. Марсюн! Пойди Миру позови. Мирка пошла прогуляться. Ну, по делам, знаете, по каким делам. Иди быстрее. Иди, Марсюнчик. Становись. Иди. Иди, почухаю тебе, давай. Ну, давай. Иди. Лапки ставь сюда. Ну, Марсю. Ушки поджимает. Ну, ты будешь делать переворот. Марсик, ну, что я опозорюсь перед зрителями? Хотел такое видео снять. Прикольное. И в итоге ничего необычного. Александр Док чухает Марсика. Ну, что это такое? Марсю, ну, сделай что-то необычное. Иди в корзинку. Нет, он по настроению. На заказ не хочет ничего делать необычного. Вот сейчас сядет и будет сидеть. И все. Ну что? И что, мне снимать вот твою спину, да? Марсюн, давай удивим человечество чем-нибудь. Марсюнчик. Ну что? Чем удивлять будем? Да это ты уже миллион раз показывал. Марсик. 337 раз. Мы уже все видели. Ну что тут? Ну что тут такого? Ну что? Ну что? Не-а. Банально. Давай что-нибудь оригинальное. Марсик. Ну я дождусь, ладно, я тогда буду снимать это видео за несколько раз. Давай, иди сюда, прыгай. Давай. Вот смотри, ты ж вспомни, как я говорю, Марсик, Марсик. Тебя глажат. Глажат, ты хрюкаешь. Потом я говорю, иди в корзинку. И ты вот так вот, круть. И уже там. А тут что-то ты не хочешь. Тракториночек. Раньше тракторы были, знаешь, какие? ДТ-50, ДТ-75. Ты какой у меня марки? Гусеничный или колесный трактор? Марсенчик. А, ну что ты? Иди в корзинку. О, вот, видели, почти. Почти. Почти получилось. Ну, иди еще раз, давай. Давай еще раз. Иди, иди, иди. Давай еще почухаю тебе. Иди. Ну, не, становись сюда лапками. Вот, давай. Не, Марсик, не так, так не получится. Марсюн, свали. Марсюн, так не получится. Стой, ты же так не спрыгни. Вот, стой. Я уже понял, что тебе надо. Сейчас, сейчас. Сейчас у нас получится. Иди в корзинку. Все. Все, что ли? Вот это и все. Да мне стыдно это даже выкладывать в эфир. Ну что это такое? Ты как старичок спустился. Марсюнчик. Ну, давай еще одну попытку. Иди. Ну что ты выдохся? Марсик. Ох и Марсик. Ох и Марсик. Вы знаете, когда вот аккумулятор садится, да? И игрушки там, ну, батарейки садятся в игрушках, и они начинают медленно двигаться, и потом свеженькую батареечку поставишь там, или на подзарядку поставишь, и начинает игрушечка быстречко так двигаться. Ну, все знают это. Вот я иду тоже за аккумулятором. Вот у нас аккумулятор.
на стульчик. Подзарядное устройство. Ну что? Подожди. А чего? Чего? Что ты? Вот ничего нету, все. Все, видишь? О, какой ты активный стал, а? А до этого ж такой ленчайший был. А, Марсенчик, что случилось? Ничего нету. Что, ничего? Все, ничего. Марсик. Не, подожди, подожди. Ух ты, какой активненький стал. Вон колбаска. Туда. А нет, а нет. Все. Все, 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 все. Добрался, добрался. О, ну, знаем мы теперь твои хитрости и твою активность. В чем она заключается? Что? Нет-то все. Все. Видели какой? Сразу все преграды прошел. Ты за колбасу, я смотрю, все продашь. И еду продашь за колбасу. Васюльчик. Ну так же неинтересно. А вот закончится колбаса, и как тогда? Что мы будем делать? Ну, не станет колбаски. Все. Вот. Что тут осталось? Тык и все. За колбасу ты и на стол залезешь. Вот положу. Положу. Ну что? Угу. Ну давай. Давай, давай, давай. И что? Ну давай, давай. А теперь? А что, мы запрыгнуть там нельзя? Да вот же, вот она, глянь. Вот колбаска. Ничего не буду помогать. Че, маленьким ростом, да? Подрасти надо чуточку. Вот запрыгивай на стульчик. А как ты хотел? Она сама тебе в рот не упадет, колбаска. Глянь. Вот. Ну, а вот я тебе упрощаю задание. Давай, доставай. А что уже? Да он же наелся. Это ж... Вот полчаса назад был ужин. Конечно, колбасу его уже не купил. Ну и что? Ну все. Ну останется колбаса и будет никому. Придет Мирка и заберет все, твою колбаску. Мой дух. Знаете, как картина «Марсик и колбаса». И он же, понимаете, что? У него полный живот еды. Но любовь к колбасе не позволяет ему просто так покинуть колбасу. А теперь ее будет охранять, до утра сидеть будет на этом месте. Так, там где колбаса, там и Марсик. Наверное, я на этом и закончу видео. Так и назову. Там, где колбаса, там и Марсик. Ну, хороший охранник. Да я вот уверен, 100%. Он будет сидеть и час, и два здесь. Потом у него еда переварится. Марсик, что это? Я тут за тебя подписался, что ты и час, и два будешь сидеть. А, ты просто чуть-чуть на расстоянии. Ну, понял, потому что запахи тебя душат. Запахи его там... мучает он, чуть-чуть просто отсел. А взгляд-то, гляньте, направлен все равно на колбасу. Ой, сколько с колбасой было снято видео. Помните, я и на шею ему вешал приз в виде колбасы. Вот расскажу пока. Вы знаете, как получилось? Ну, решил снять, думаю, сколько же будет собака носить колбасу, если ей повесить на шею. Ну, привезли мне какой-то совой колбасы, там, в общем, ну, не очень она хорошая. Скажу честно, мы и Марсику не намеревались ее давать, эту колбасу. Но с Викторией решили снять видео. Короче, повесили ему на шею и думаем, что он сейчас сорвет ее и съест. Да не тут-то было, земляне. Он с ней ходил целый час, с этой колбасой. Потом мы надрезали ее, эту колбасу. Он ее
так мотнул головой, короче, она соскочила и упала вот сюда, на это место. Ну, кто видел это видео, можете пересмотреть. Называется «Поедание приза и вручение приза». Ну, думаю, сейчас он накинется и съест эту колбасу. А там была целая коляска такая, вокруг шеи была. Вот так вот у нее висела на шее. Вот. И вы знаете... Он ее не стал есть. Он даже не откусил. Он побоялся. Ну, он никогда не видел целую палку колбасы. И даже не палку, а, знаете, как колечко колбасы. Он никогда не видел. Он просто-напросто растерялся. Ну и в итоге пришлось что? Сделать вид, что отрезать колбасу, остановить кадр, отрезать колбасу, дать ему и сделать вид, что он съел целую коляску колбасы. А в итоге она все равно была целая. Он даже ее не отгрыз, не откусил, он растерялся просто. И мы не ожидали. Мы же думали, ну, знаете же выражение, что если собаке повесить колбасу на шею, долго ли она будет ходить? Ну вот он ходил долго, честно говоря. Он может смотреть часами на еду. Ну, у него нет такой жадности, чтобы вот накинуться и палку там сожрать. Вот. И вот видео удалось только благодаря комбинированным съемкам, что мы колбасу надрезали, сняли с шеи. Потом, значит, когда увидели, что он не намерен ее съедать, эту колбасу, мы, значит, что, взяли, сделали так, что вроде бы как Марсик ее съел. А на самом деле он съел всего маленький кусочек. Вот я вам рассказал тайны мультфильмов. Марсеночек, ну что, ну я буду заканчивать фильм, а то уже пленка скоро закончится. Марсюнь, ну что, ну иди. Ну, тебе нет сил запрыгнуть, подсадить тебе. Марсюнечек, ну на, я тебе облегчил задачу. Вот, вон колбаска. Ну да, ну все, земляне, я помог Марсюнчику, а вам рассказал секрет производства наших мультфильмов. Все, Марсюн, я заканчиваю видео. А после съемок можно и отдохнуть.